Ребят, сходишь ты с самолета в Бали, и здесь вас ждет ковидский пипец. Мы вас не впустим, пока вот эту вот херню не сканируете и не напишите, в каких странах вы были, если у вас симптомы ковидные и вообще 21 день, где вы были, в каких странах. И вот все это ввел туда, и тогда можно идти сканировать баркод, который тебе выводится. А где его сканировать? Наверное, там, где столпотворение. Короче, боятся они получить какой-то ковид от нас. Видишь, на Бали. Пидорасы.